С 1 октября 2018 года на Первом канале состоится премьерный показ сериала «Операция Сатана». В данном видео можно ознакомиться с кратким сюжетом и описанием серии сериала «Сатана», который является логическим продолжением проектов «Мосгаз», «Палач», «Паук» и «Шакал». Это новое дело майора Черкасова. Черкасов наведывается в МУР, получивший повышение Сони Тимофеевой, и просит Зину Кац провести экспертизу, результаты которой позволят ему выйти на предприятие, где трудилась погибшая, и установить ее личность. Агент Рыбак приезжает к Ольге Кусковой и представляется ее братом. Его легенда не вызывает у Ольги сомнений, и она предлагает Рыбаку пожить у себя. Черкасов изучает квартиру Собольковой, в то время, когда оказывается в ней агент Рыбак, который забирает золотые серьги Валерии. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.